Господа, мистерия Нового года объявляется открытой. Спасибо, Спасибо.
Друзья мои, у вас второй раз, и, видимо, последний все-таки сегодня поздравляем с наступившим таки Новым годом. Второй раз по-крымски, по-украински. Потом еще будет по-европейски. А, да, если совершенно верно. Потом еще будет по-европейски, потом еще будет по-светски, но это будет уже в феврале. Поэтому сегодня все-таки мы поздравляем вас с украинско-русско-московским, коктебельским, в общем, вот. Настоящим Новым годом, поскольку мы все здесь. Я еще понимаю, что наш президент говорил о том, что мы не должны забывать бабушек и дедушек, а украинские отметили, что родилось 400 тысяч младенцев. По-моему, это отлично. Да, я оперировал. Еще и сильный речь президента украинского. Я поняла, что Россия – это часть Украины. Теперь, конечно, спорный, но, по крайней мере, как Кокрибель, я считаю, что это часть России. Тогда уж так мы скажем. Россия – часть Украины. Часть Украины. Давайте за то, что мы как Кокрибели, мы в Богеме, то, что мы вместе с Новым годом, с новым счастьем, с новыми встречами. Мне гитара какая-то смешная, смотрите, Ларина. Ребята, гитара почему смешная. Только массовости не хватает, а? Не хватает. Нормально. Что, не помнит американских пилот. И мне не страшно в нем.
Экстренное сообщение. Срочная эвакуация в правую дверь. Для просмотра фейерверка. Вот так вот, обманули. Вот оно, стреляет, оказывается. Yes. Нормально. Еще не слышно получилось. Красиво. Да. Вот оно. Ура! Ура! Так. Прям на нас падает. Саша, улыбайся. Я улыбаюсь.
месяцев. Два, молодцы. Yes. С Новым годом! Приду домой по привычке. Рок-н-ролл жив. Ну-ка, зайчик.
Где зайчик? Нет, зайчик. Нет, давай тебя я зову сюда. Тебя зовут. Дедушка, забери, пожалуйста, зайчиков. Я для одного зайчика спою потом песенку, но потом. Полюбимую? Да, почти. Вот они, мои зайчики идут, мои зайчики, вот они. Какая песня? А пошла, пошла. Мне бы жить свою, как кино. Пошла, пошла, стесняется, я понимаю. На 10 лет пошла, чтобы стала ты прав. Давай, 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 солируй сейчас. Да, давай. Ты же деревья из косок, когда там спала поедила, я ради угла в песок, дорогам ты ходила, из деревья из косок. Пара-пара-пара-пара, я готов целовать песок, по которому ты ходила. Младший лейтенант сидит в сторонке, бирюзовый взгляд, как у ребенка. Что-то не танцует, что-то не танцует он. Саша, младший лейтенант, знал женскую тоску по сильному плечу. Младший лейтенант, береги сердца. Браво! Молодцы! Мы как-то не на том месте остановились, на время музыкантов. Да-да-да, определенно. Поэтому... Там воет грозная метель из стали и свинца. С корнями выдернешь ты из черепа отца, из черепа отца. И в нем священный огненный солдат, ведя
Слышь, лично тебя снимаю. Разнообразие энергичная музыка. Очень просили, просто подпевать, танцевать как пойдет. Так, так-то сейчас. Я вот... Музыка хорошая, если не очень хорошая. Если бы не Антон, мы бы все остались. Нет, они сейчас... Нет, у них порочная музыка. Я говорю, все на класс. Нет, это очень хорошо. Мертвые веселятся под эту музыку. Слушай, она красиво так смотрится, когда смотришь. Нет, потрясающе. Я не про нее говорю. Она когда снимает, она, смотри, она вдохновленная такая. Я просто, Саша, вы фальшивая. Нет, она когда вот так вот сделала, это просто... Жалко, надо с поворотом было снимать. Чувак. А ну давай поближе, толстый. Таким ударом заколоть меня непросто. Не, на самом деле там все по-настоящему. Да? Да, смотри. А, я специально такой... О, шампур, из шампура. Ага. Классный звук, а? Классный, ребят.